Главная елка региона. В государственном театральном комплексе состоялся областной губернаторский праздник. В этом году его участниками стали 600 детей. Это ребята, которые добились больших успехов в учебе, спорте или творчестве. Я стараюсь хорошо учиться. Первую четверть я закончила на отлично. Кроме учебы, я еще занимаюсь танцами, рисую уже с 4 лет. Я хожу в художественную студию. И у меня нет свободной минутки, я всегда чем-то занимаюсь. Для ребят фойе Мустеатра организовали анимационную программу. Школьников ждали игры и конкурсы. Подобный праздник – отличная возможность отвлечься от учебы и отдохнуть от дел, которых у детей не меньше, чем у взрослых. Я участвую во всех конкурсах, помогаю учителям и ровесникам со всеми организациями праздников и тому подобное. Помимо этого, у меня много кружков, я участвую в культурно-досуговом центре своего родного края. Только программу у елки праздник, конечно, не ограничился. Артисты Ивановского музыкального театра показали ребятам премьерный спектакль «Красавица и чудовище». А прекрасным дополнением к нему стали сладкие подарки. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.